Личная идентичность опирается на жизненные ценности, которые необходимо взращивать и формировать. Сами растут исключительно только сорняки. Если мы хотим вырастить что-то доброе, по-настоящему полезное, нам необходимо прилагать к этому усилия. Если таланты и способности даны нам от рождения, то жизненные ценности нам необходимо сформулировать, привить и утвердить. Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем говорить об отцовстве и вторичной идентичности. Мы говорим о жизненных ценностях, о том, что это такое и как мы должны их развивать. Если мы хотим привить нашим детям правильные жизненные ценности, то нам стоит помнить о том, что личный пример является единственным действенным способом это сделать. Дело в том, что наши дети, как собственно и мы, живут в разных ценностных системах. О каких системах идет речь? Во-первых, это семья, которая оказывает влияние на формирование человека, если, конечно, она это делает. Никакие силы, никакие другие люди не способны разрушить влияние семьи, если, конечно, оно есть. Во-вторых, это интернет и абсолютно все, что там валяется. Молодые люди наверняка черпают там не только информацию, которая не всегда бывает качественной, но и образ жизни. К примеру, сетевое общение, которое подразумевает некую приватность или анонимность. Когда ты общаешься с человеком, абсолютно не знаешь, на самом ли деле это парень или девушка. Ты не знаешь, потому что люди могут очень легко прикрыть свое лицо, изменить имя и выдать себя за кого-то другого. В-третьих, это школа. Вернее, не сама школа, а система взаимоотношений в школе, как между подростком и подростком, или ребенком и ребенком, и ребенком, и учителем, где в этих отношениях формируется определенная ценностность взаимоотношений, где, например, ребенок вынужден подчиняться учителю только потому, что он это должен делать. Учителя зачастую не объясняют детям, почему нужно делать то или иное, довольствуясь тем, что так надо. И это порождает культуру бунта и непослушания, что очень сильно вредит формированию ценностных качеств наших детей. В-четвертых, это друзья. Компания, дворовая или спортивная команда, или просто приятели, с которыми общаются наши дети. И вот эта дворовая, дружеская субкультура формирует определенные ценности, которые совершенно необходимы для выживания в этой культуре и продвижения по лестнице лидерства и доминирования, нахождения собственного места в этой команде. И последнее – это политическая система или политическое давление на те ценности, которые мы исповедуем, на основании которых мы живем. И это давление оказывает абсолютно любая политическая система, будь она демократическая или тоталитарная. В-пятых, это телевидение, которое формирует современную поп-культуру, основанную на разврате, вседозволенности и прочих негативных и даже, я бы сказал, аморальных вещах. Отцы должны помнить о том, что влияние семьи является самым серьезным, самым фундаментальным и самым непоколебимым. Именно поэтому мы призваны к тому, чтобы формировать эти ценности и оказывать это влияние. Только в таком случае наши дети могут получить правильные жизненные ценности. Как вы считаете, какой из перечисленных мною источников формирования ценностей является наиболее сильным и влиятельным? Что мы должны в первую очередь использовать для формирования этих ценностей у наших детей?